Три, два, один, старт! Давай я Шелби возьму. Ты едешь на Импале, а я на этом вот просто, на топоре каком-то. На топоре. Знакомьтесь, Долина Монумента. И сейчас такая справка из Википедии. Куда мы сейчас едем, кстати? А мы едем на Лагуну Секу. Причем? У меня мощности не хватает. Шелби, четырехдверная. Мало ли. Модифицированная. Мало ли, ну действительно, ребят. Такую погоню мы устроим в Лос-Анджелесе, потому что у меня Шелби, как из фильма «Угнать за 60 секунд». А что тут за мясо творится? Оу! Что это было? Вау-вау! Как он прыгает просто вообще. У-ху! Офигеть! Я не могу выпить. Я тебя подтолкну. Ух. Ну слушай, на руле это просто офигенно. Вообще-то мы в Лос-Анджелесе. Я застрял. Да-да. Да ну блин. Есть. Я еду. У меня тут куча копов на хвосте. Ёлки-палки. У меня тут все очень-очень-очень напряженно. Не надо меня бортовать, пожалуйста. Я серьезно. О, тут коп сквозь машины ездит. Прям как в фильме. А вот и финиш. Все, друзья, ставьте ему лайк. Никогда не едьте на красный свет на перекрестке. Никогда!